уникальность зданий просто поражает. Это Сен-Лоран. Оно просто зеркальное. Это все отражение. Кажется, что Photoshop, а это все зеркальное здание. Сен-Лоран, он везде. Да, я думал, что Dior самый крутой дизайнер, но все-таки Сен-Лоран круче всех, потому что он отметился и в Лувре, и в музее Пикассо. В общем, его модели были... О, и Сен-Лоран здесь отметился. Короче, он сделал коллекцию. Ну, я так понял. Немножко надыхнувшись пикассовским творчеством. И вот Ив Сен-Лоран сделал кофточку. Ну, капец. Таких кофточек у нас на базаре навалом. Вот картина Пикассо. Ив Сен-Лоран, зеркальное здание, как будто там дырка. Как вот здание сливается с небом. А это зеркальное здание, ну все, и торец, и все зеркальное. Вот это обалденное, Dior, дом Dior. Но Сен-Лоран обогнал всех. Дом призрак.